Подержанный автомобиль в обмен на скидку. Программа «Утилизация», которая стартовала в сентябре этого года, приносит ожидаемую прибыль «АвтоВАЗу». На заводе работают две льготные системы для покупки авто. Первая в рамках федеральной программы действует при сдаче БУ автомобиля на утилизацию. В этом случае скидка на новый составит 50 тысяч рублей. При этом марка и производитель авто не имеет значения. Вторая схема – трейд-ин. В этом случае новая машина обойдется на 40 тысяч дешевле. Покупателю предлагается поменять старое авто на новый у тольяттинского автогиганта. По федеральной программе только за первую половину октября было приобретено около 10 тысяч автомобилей «Лада». Всего же за время ее действия дилеры «АвтоВАЗа» продали почти 24 тысячи автомобилей.